Друзья, всем привет! Меня зовут Вячеслав Стариков. Я представляю город Челябинск, клуб «Ферум». Да, я разбирал свой бой соперника. У него один профессиональный. Сильные стороны, ударная техника. Хорошо двигается на ногах. Борьбы в этом бою я не увидел. Он там быстро все закончил. Но я думаю, в этом бою мы с тобой и поборемся. И в стойке, и в борьбе. Посмотрим. И там познакомимся. Думаю, выиграю досрочно, иншаллах, в первом раунде с сабмишеном. Пожелание сопернику – это восстановиться как можно лучше, прийти на наш бой в хорошей форме и показать зрелищный красивый бой, чтобы зрителям и лиге понравился наш бой и нас двигали дальше. Для меня это принципиальный бой только потому, что я хочу остаться в этой лиге, показать себя и иншаллах продвинуться в дальнейшую лигу. Это не Ян Иглс, а ACA. На данный момент это мой 10-й профессиональный бой. Но в лиге ACA Ян Иглс я дебютирую, поэтому я хочу себя с первого боя показать здесь очень хорошо. Соперника я ни в коем случае недооцениваю. Хоть у него и один бой, я думаю, в клетке мы просто все увидим. Друзья, приглашаю вас на турнир ACA Ян Иглс, который пройдет 10 ноября в Грозном. А тот, кто не может прийти, вы можете посмотреть нас на официальном сайте ACA, либо на канале Матч ТВ в прямом эфире.